Слава Богу. Любить, чтобы жить. И жить, чтобы любить. Какое благородное стремление, ну чтоб оно смогло реальным в жизни быть, нам нужно много силы и умения. Свершить сие не мы и не они, да и никто сам по себе не сможет. Но дан нам с неба подлинно один, единственный, кто в это нам поможет. Святой Дух Правды, посланный Христом, предвечный Дух, душ наших попечитель, Он к нам сошел, задача непростой, вести заблудших в вечную обитель. Он изнутри высвечивает нас, все грязное выносится наружу, ничто не скрыто от вездесущих глаз. О, как Он нам в земных скитаниях нужен! Мы без Него бездарные нули, хоть и по мерках мира стоим что-то. Желание плоти в то бы завели, если б не Духа истины работа. Он бережно, но твердо каждый миг нас направляет к высшему чертогу. Его святой, божественный язык понятен тем, кто весь отдался Богу. Он учит жить нас так, чтобы любить, любить весь мир любовью Христовой, свое, себя отвергнуть, позабыть, но для других стать жертвой, быть готовой. Вся жизнь Христа — пример любви большой, и это также всем дано известно, чтоб каждый стал спасенною душой. Он совершил неповторимый подвиг крестный, и Дух Святой нас учит постигать любви Христа безмерные глубины, а происки лукавого врага отринуть чистой верой Бога Сына. И Божью Церковь строит Дух из нас настойчиво, прилежно, терпеливо, следит, что пламень веры не угас, зрели, что плоды на Божьей ниве. А это причудесные плоды, плоды добра, надежды, веры. Они и молодежи, и седым нужды, как воздух в наших буднях серых. Мирскому человеку не понять, как в этом мире злом и суматошном у нас в сердцах покой и благодать. И это нам дает святой помощник. Он утешает, греет и бодрит и побуждает Господу молиться. Он душам мир божественный дарит, с чем никакое счастье не сравнится. Но чтобы Духа Правды получить и обрести себе Его даяние, нам нужно сердце Господу вручить. Представ перед Иисусом с покаянием. Любить, чтоб жить. И жить, чтобы любить. Лишь Дух Святой научит нас такому. Дай, Господи, Тебе мне верным быть, нести любовь Твою родным и незнакомым. Аминь.